здесь вот хотят заехать? Да. Да, ну. Он сейчас здесь утонет. Привет, друзья! Сегодня отправляемся на очередной оффроуд, и сегодня у нас будет покатушка с внедорожными монстрами от 42-х до 47-х тракторов. И также гость программы ЗИЛ-131. Сегодня будет очень интересно, поэтому, кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых видео. И дальше будет еще интересней. Приятного просмотра! Когда-то я в этой луже прошлый год заплыл и даже мотор положил. То есть вода попала в двигатель. И потом он уже на середине маршрута стуканул. Поедешь туда? Да, попробую. Ты решил отомстить ей? Да, попробую. Умирать стала лужа. Что, полегче она что ли стала, да? Ну, это, не знаю, может, я поздоровее стал. Поглубже была.
Давайте. Друзья, не забудьте подписаться на наши соцсети ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. Там фоточки и короткие видео выходят буквально уже на следующий день после покатушек. Лайк оффроуд монстром. Я просто в шоке. Вот эта машина, да? Без комментариев. Монстр, конечно, дает жару. Дальше будет еще интереснее. Не переключайтесь. Заводи. Заводи. Посмотрим, только не газуй. Да. И он раз, то в ноль, то приоткрывается, в ноль приоткрывается, ноль. Вот когда он в ноль закрывается, ты начинаешь там лужу. Первый прошел эту лужу Вовка на 47-х тракторах на своем Франке. Сейчас пойдет у нас Андрюха, у него 42-е трактора, порталы. Думаю, если бы у Андрюхи двигатель не троил бы, он бы победил эту лужу. Сейчас ребята попробуют найти сломанную катушку и заменить ее.
пока нет здесь никаких перепятий серьезных. Антон, отстань! Ну что, это? Только колеса спачкал, да и все. Красавчик, дай я купил обратно, получается. Жалко стало? Нет, я его забрал. Мы ему собрали цельного патриота, получается. Перекинули с него мосты, мотор, все полностью. А я забрал обратно кузов, документы свои, что он у меня на учете, и раму. И вот начал делать. В 20-м году он был на патрулящих мостах на 42-х. И вот уже в 22-м году уже на этих мостах уже на 47-х. Следующий год, наверное, будет ли независимое. Это не выкладывай. Жена не должна слышать. Ты согласился бы еще раз построить такую? Нет, ни за что. Не переживу. Логическое завершение данной трассы, то есть мы уже, если на 42-х порталах лужи не проезжабельны, мы вот их проезжаем данным зелом и расходимся по домам. Можно вот так вот ленточки повесить поперек, и более, собственно, данные лужи, они, да, они будут не проезжабельны, а слово совсем, но если только, ну я не знаю, на чем, на шерпе можно еще приехать, ну больше всего. Доехали мы до речки, сейчас будем ее штурмовать. Ну, тут от речки ничего не осталось, ручеек, конечно, высохший. Но все равно берега у нее такие подмытые и достаточно с большим уклоном. Волоком, я причем. Тут спустился, развернулся, такие все-таки, ты бы охерел, мы тут трубимся целый день. А тут разворачивались. Я говорю, ща-ща, такой раз раскантовал, сюда поехал. Ну там не глубоко, но не Я здесь
Андрюха красавчик, делает контент. Здесь до этого никто не мог проехать. Короче, он решил здесь пробороть и проборол. Молодца. Андрюх сейчас прошел. Сейчас Вован будет, да? Здесь. По этой же траектории. Да. Ну, Вовану будет проще, у него ни свесов нету, зацепа больше. Нужен шок-контент. Значит, не разорви, а ты не разорви. Шок-контент необходим людям. Народ требует хлеба и зрелищ, да? Да ладно, вообще. Я просто ослеп, я вообще ничего не вижу. Едет так и боженька. Да. Ребята, это, конечно, жесткость. Сильные машины могут брать сильные препятствия. Здесь реально, смотрите, мне вот примерно по подбородок высота вот этого оврага. И стена практически вертикальная. Лайк за постройку таких тачек. We just having fun. Так, сейчас продолжаем. Сейчас у нас будет такой затяжной подъемчик, но я думаю, ни для кого в этом проблемы не будет. Но дальше будет еще у нас две интересные лужи, которые обычно, 36-е, даже 38-е колеса пройти не могут. Сейчас посмотрим, как ребята справятся с этим. Первый у нас, наверное, пройдет ее Андрей, а дальше уже грузовик Андрюхин и Франкенштейн Вовкин. Че, Андрюх, там глубокая лужа-то? Ну что, будем ехать. Будем? Мы никогда в объезд не ехали. Давай, красава.
машину поснимаю. Хоть посмотри со стороны, да? Ага. На этого красавчика. Проехать, но скользко, и не уезжает машина на бревна. Колея не пускает. Лёх, ну стой, давай! А что, трактора не настолько всемогущие, как говорят. На пути у нас встретился большой завал из деревьев, и поэтому сейчас будем пробираться по объездкам. Самое трудное здесь будет Андрюхе на Зиле и Вовке на Патриоте. Потому что у них широкая колея, и, соответственно, им трудно здесь будет маневрировать. Но, надеюсь, без потерь пройдут. Yeah.
Лужка-колотушка. Кстати, вот в таких коротких лужах важен не только большой клиренс, но и геометрическая проходимость. То есть лужа очень короткая, и короткая машина в нее плюхается, и все. И прям, ну, по сути, практически там бамперами сзади спереди упирается. А длинная машина, то есть у нее сначала морда вошла, потом начинает опускаться задница, а в этот момент морда уже начинает у машины подниматься и выходить из лужи. Поэтому немножко попроще проходить такие лужи. Раньше на 36-х здесь ездили, пытались. Потом перестали, когда перестал получаться. Когда в прошлом году, по-моему, здесь и на Ниве проезжали, пока здесь не раскопали. Здесь сколько? 4-5 лет назад все ездили на Ниве. Да, все. 33-е колеса. Проехал с места. Удивительно. Сначала не включил блокировку, что ли, получается? Нет, конечно. Да? Я же их очень редко включаю. А где она у тебя была? Лежала рядом? В багажнике? Вот. Там хитрая есть. Пошебуршил. А что у тебя за блокировки стоит? Потом помолился. Эти, как они, воздушные. Пнемы, да? Да. Передние и весь задний. И передние, сзади. Вы их только паспорт первый выезд на них. Были самоблоки. А мотор у тебя какой? Что сделать? Турбо? Да нет. Ты шутишь, да? Я думал, турбо. Просто прокачали там, что могли. Все, вытянули лишнее. Что можно было. Ну, красавчик, слушай. Хорошо, хорошо. Чего вы все думали? Вроде только что проехали же этот овраг. Не, ну мы пока ждем ребят, просто чуть-чуть покатаемся. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас, кстати, вот интересно будет посмотреть, как кинобазная машина пройдет. Ну, вот и короткая база. Мы это и будем проверять. Здесь вот хотят заехать? Да. Да ну. Он сейчас здесь утонет. Решили посражаться. Вот этот первый овраг, который они взяли, он достаточно, на самом деле, непростой. У них просто большие колеса. И сейчас они решили пройти, подняться вот в этот овраг, вот в этом месте. Здесь очень большая колея, глубокая и резкий такой подъем. Сейчас посмотрим, как парни тут зарубятся в эту горочку. Готов,